Ну что скажешь, перспективы есть какие-то вообще? Хочешь с кем-то о чем-то поговорить? Сотрудники ФСО говорят нам ждать, пока приедут. Еще какие-то их сотрудники, чтобы с нами поговорить. Мне на самом деле кажется, что нас будут держать, пока Путин не уйдет. Дело вот в чем. Организаторы говорят, что в прошлом году у тех, у кого раньше были какие-то дела в полиции, тут 10 человек сидело, пока Путин не уехал. Понятно, но у меня все дела в полиции открыты, я человек публичный, тем более напрямую. Нет, ну открытый, не открытый, были или не были. А Артем Важенков говорит, что у него вообще ничего не было, и он якобы за компанию сидит. Понятно, но поговорить, хотя бы объяснить нам ситуацию можно было? Просто сказали, сидите, ждите. Сидим 3 часа, с 3,5, как-то уже не клево. Ну, если бы нам нормально объяснили, я бы, считаю, мы ничего против бы не имели. Ну, если у них какие-то правила есть, почему бы и нет. Вы позвонили уже вот Суроковцу? Проходим. Да, да, он сказал, пока нет самое. Снимать не дадут, дадим ему интервью после. Угу, понял тебя. Ну, хорошо, успехов, спасибо.